второй день хожу, ржу с бабо. Вот она кайф там ловит. Блин, она меня когда слышит, она начинает вставать. А то же лежит плашмя. Нет, я, конечно, всегда ору ей. Баба, ты там живая? Она такая, да-да-да-да. Видали, как теперь встает бабка? В новых красавцах. Вообще прыгает на ноги. Молодец. Кайф бабо топит второй день подряд. Солнышко. Тепло. И она кайфует. Поест и валяется. Поест и валяется. Бабо, как барсик. Она когда слышит, что я подхожу, все время вскакивает, да, бабо? Ты барсика тоже тормошила, когда он болел тогда, когда его долго лечили. Думала там, оно же не видно, когда кот спит. Мне кажется, все время, что он помер. Я постоянно его тормошила. Так он заранее подойду, он такой, мяу-мяу, я живой. И бабка сейчас то же самое. Как только я на горизонте появляюсь, она бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все, да нормально она уже пролиняла. Смотрите, как он уже прощипали. Дети у меня тут ее чистят. Настюха чистит. Я там ее пощипала тоже. Так что нормально, бабо. Да, бабо? Бабо. Бабо хорошая, бабо. Хорошая. Ну, такая. Хорошо ей сейчас на солнышке. Тепло. Да, баба.